ищу человека с влиятельными друзьями. Мне нужен миллион наличными. И политики, которые у вас в кармане. Вместе с мелочью. Каков интерес моей семьи? 30%. В первый год вы получите 3-4 миллиона. И это лишь начало. А интерес семьи Таталья? Моя благодарность. О Татале позабочусь я, из своей доли. Я получу 30% за вклад, политическое влияние и юридическую защиту. Верно. Почему вы обратились ко мне? Чем я заслужил такую щедрость? Если вы рассматриваете миллион наличными как простой вклад, за вас, Дон Корлеоне. Я согласился на встречу, потому что знаю, что вы человек, которого следует уважать. Но я вынужден отказать. И объясню, почему. Это правда, у меня много друзей в политике. Но я потеряю их дружбу, если вместо игр, которые считаются безобидным грехом, займусь наркотиками, грязным бизнесом. Дон Корлеоне, мне все равно, как человек зарабатывает на жизнь. Но ваш бизнес немного опасен. Если вас беспокоит сохранность денег, Таталия это гарантирует. То есть Таталия гарантирует наш вклад. Погоди. Я люблю своих детей и испортил их любовью. Они говорят, когда следует слушать. Однако, сеньор Солоце, мое решение окончательно. Я поздравляю вас и желаю всяческих успехов в вашем начинании, поскольку наши интересы не конфликтуют. Спасибо. Сантино, подойди. Что с тобой? Из-за твоих амурных дел ты скоро совсем без головы останешься. Никогда не говори чужим, что ты думаешь.